Привет, танкисты! С вами Карина и первый летний выпуск новостей и акций в этом году. Сегодня я расскажу о четвертом эпизоде «Стального охотника», июньской акции «В бой» и боевых задачах выходного дня. 7 июня стартует последний, четвертый эпизод «Стального охотника», самого захватывающего режима в мире танков. У вас снова будет неделя, чтобы заработать как можно больше очков боевого пропуска. Напоминаю, что в «Стальном охотнике» у техники нет лимита очков, а значит, вы сможете быстро проходить этапы прогрессии и зарабатывать заветные жетоны. Подробнее о режиме можно почитать по ссылке в описании. Настало время масштабных сражений World of Tanks. Турнир «Время танков. Битва взводов» возвращается. Онлайн-трансляция матчей плей-офф пройдет 12-13 июня. Не пропустите! В июньской акции «В бой» примут участие ветки танков во главе с тяжелым французом АМХ-50Б, немецким СТ-Е50М и шведом СТРВ-103Б. Для танков этих веток у нас есть специальные боевые задачи. Выполняйте их и получайте дополнительный опыт экипажа и боевой опыт, а также личные резервы, демонтажные наборы, предбоевые инструкции и оборудование. А для тех, кто хочет заполучить танки побыстрее, во внутриигровом и премиум-магазинах будут доступны специальные пакеты с дополнительными задачами на пятикратный боевой опыт, личные резервы, снаряжение и 2D стили. Напоминаю, что купить эти пакеты можно как за реальные деньги, так и за игровое золото. Врываемся в лето вместе с боевыми выходными. Акция пройдет с 4 по 7 июня. Играйте и зарабатывайте боевой опыт, предбоевые инструкции и личные резервы. А с 11 по 15 июня вас ждет Выборгская операция. Выполняйте боевые задачи и получайте за это в 2 раза больше опыта экипажа, боевой опыт, снаряжение и оборудование.